Начиная очередную или же продолжая наше рассуждение, тема номер 8, продолжение рассуждений о десятинах, о духе пророчества, мы сегодня с вами немножко вспомним, о чем мы говорили в прошлой теме. В прошлой теме мы с вами рассматривали и поняли, что в трудах Елены Уайт прослеживается внедрение и народных мыслей, и записей, которые часто при внимательном чтении наводят на мысль, что этого не может быть. Если сегодня в мире переписываются истории мировых государств, преследуя цель политического влияния, то что можно говорить о религиозности? Итак, мы видим, и тогда возникает вопрос. Враг истины, конечно, враг Христа, мог ли он извратить то, что определяет истину? Из результатов исследования мы увидим, что так и есть, хотя многие в этом сомневаются и не доверяют, потому что им настолько внушили, что Библия и дух пророчества, они являются первоисточниками и истиной, которая никто и никогда не внедрялся и не изменял. Мы, конечно, с вами будем об этом рассуждать, и вы увидите сами, что это ошибочное понятие в том, что враг не наследил на страницах Священного Писания, а также в трудах Елены Уайт. Внедренные иезуиты в Церковь Христа сеют сомнения, искажая труды, и даже посягнули на Слово Божие, на Библию. Но многие, конечно, когда я общаюсь, они настолько удостоверены и настолько защищают, что Библия – это неизменное Слово Божие, вы глубоко ошибаетесь. Смысл Библии остался заложенный в ней – но тексты мы часто видим, одни добавлены, одни смысл переделанный. И тогда задается вопрос, почему такое может быть в Слове Божьем? И на эти вопросы мы в дальнейшем будем давать ответы. При переводах и при переписывании изменяли или же подгоняли тексты по своему умозаключению и религиозной своей выгоде или целенаправленным разрушением духовности. Нам надо это все выявить, увидеть, найти истину, которая первоначально была заложена самим Господом Иисусом Христом, жить и поклоняться нашему Творцу и Спасителю Господу Иисусу Христу, так, как требует Бог, но не так, как человек». Поэтому сегодня мы с вами продолжаем размышление. Давайте мы с вами прочитаем те высказывания, которые записывала когда-то Елена Уайт, которые остались до нашего времени. Будем сравнивать, будем думать, сопоставлять и решать. У нас вопрос возникает, и вчера, когда мы с вами рассуждали о том, когда мы читали в книге «Свидетельство для проповедников», страница 644, там было высказано, как принималась пропозиция по отношению добровольных пожертвований, или же, как были названы впоследствии, систематические пожертвования, как они перешли уже в понятие десятин, и мы продолжаем эту тему. Церкви, после изучения вопроса о финансировании церкви, план систематических пожертвований был разъяснен членам церкви и принят путем единодушного голосования. Итак, мы останавливаемся и начинаем думать. Когда мы вчера с вами изучили вот эти все предложения братьев из конференции, когда они, там сказано, мы решили, мы предложили, теперь мы видим, что этот вопрос, который они изучили, они что сделали?
они предложили или же разъяснением рассказали членам церкви. И что это произошло в дальнейшем, что все члены церкви, которые были в то время членами церкви адвентистов седьмого дня, они приняли путем единодушного голосования. Теперь задается вопрос. Если библейская истина является истиной, стоит ли членам церкви поднятием руки принимать эту истину или же эту истину оттолкнуть? Я думаю, что так говорит Господь, если в Библии написано, значит, это является истиной, и никто не вправе голосованием принимать, является ли это истиной или не истиной. Но здесь идет другой вопрос. Здесь идет вопрос, что то, что предложили братья, это было решение какое? Церковное. Это решение не так говорит Господь, так записано в Слове Божьем, но это церковь так себе решила и постановила. И члены церкви этот вопрос одобрили. Если мы давайте подойдем с другого, с другой стороны. Если бы братья предложили то, что мы вчера с вами читали в этой теме, и все члены церкви единодушно проголосовали против. Скажите, вот это постановление, оно бы имело вес в то время? Конечно, бы не имело. Итак, читаем дальше. Также было принято решение опубликовать в Review and Herald, то есть это журнал, который тогда опубликовался, он распространялся среди всех членов адвентистов, и они, все остальные, которые читали, они прочитали вот это принятое решение, которое предложено в то время Генеральной конференции, было принято единодушно, то есть голосованием, и они это распространили на всех остальных, чтобы те прочитали и были осведомлены, что церковь решила и постановила. Основываясь на текстах Нового Завета, было предложено принять некоторые советы относительно наших обязанностей. Пионеры адвентистской церкви могли пойти более легким путем, опираясь на Ветхий Завет. То есть, более легкий путь. Они выбрали вроде бы тяжелый путь на основании Нового Завета. А легкий путь – это в Ветхом Завете, о чем мы с вами говорили раньше, о десятинах Ветхого Завета. Но дальше читаем. Они могли обосновать ветхозаветными текстами обязанность десятин. Но в то время, несмотря на преимущество десятин, они были не уверены, что десятины не были одним из обязательств церемониального закона, которые прекратились со временем распятия Иисуса Христа. Итак, мы когда-то в предыдущих темах мы говорили именно о церемониальном законе. Итак, мы видим, что здесь, когда они рассуждали, все-таки они понимали, что десятины, они являются сопряжены, как апостол Павел пишет, к церемониальному закону. Поэтому они, когда рассматривали, то они пошли каким путем? Путем по Новому Завету, то есть новозаветными теми предложениями, которые записаны в Новом Завете. А мы знаем, что в Новом Завете записаны следующие слова. Для них Новый Завет, Совет Павла, 1 Коринфянам 16:2 записано: «В первый день недели пусть каждый из вас отлагает у себя, изберегая, сколько позволит ему состояние, и отложит». Поэтому, когда мы читаем то, что изложено выше, и то, что здесь предложено с Нового Завета, то мы видим, что то, что предложено апостолом Павлом, немножко не соответствует тому постановлению, которое они предложили церкви, хотя церковь согласилась, и на это она имеет право. Здесь апостол Павел пишет и не говорит 2 цента, 5 центов, до 60 лет или до 18 лет, он этого не указывает. Здесь он предлагает, что в первой неделе пусть каждый, то есть каждый, даже может быть ему 16 лет, но он хочет дать
Или, например, ему уже 65 лет, он хочет помочь Церкви Божией, или же помочь тем братьям и сестрам, которые они собирали в то время, когда записано в Коринфянам, они собирали для братьев и сестер из Иерусалима. Поэтому здесь мы видим, что апостол Павел говорит, что в первый день недели пусть из вас отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние. Здесь он не указывает, сколько надо, 10%, 15%, 2 цента, 5 центов и все остальное. Значит, мы видим, если мы принимаем какие-то библейские предложения, мы должны принимать так, как они есть. Но если мы основываемся на основании Слова Божьего, но если мы принимаем как организация или же как церковь свои личные постановления, которые касаются именно только нашей церкви, вот, например, мы с вами тоже можем решить, да, вот давайте у нас не будет 10% или 2 цента или сколько, давайте мы будем поскольку давать там каждую, вот здесь написано в первый день недели, каждый из нас принесет по 500 гривен, да? И мы все, я говорю, вы согласны принести по 500 гривен? Да, мы согласны, ну давайте голосуем. Мы проголосовали, и это для нас является чем? Мерилом, что я должен принести 500 гривен еженедельно, потому что я поднял руку, я согласился, я просмотрел свои достатки, я могу это дать, и значит мы каждую неделю приносим все по 500 гривен. Но это наше постановление никак не может действовать на другую церковь, понимаете? Другая церковь, если она будет себе решать, она посмотрит. У нас люди бедные, у нас нет откуда, у нас все пенсионеры, и у нас в такое экономическое положение, мы не можем по 500, мы принесем по 200. И они проголосовали, мы будем приносить по 200, то есть жертвовать. Но это ихнее право. Поэтому, когда мы вот это все читаем, мы должны, мы не то, что сопротивляемся тому, что они приняли. Они приняли, для них это было актуально, для них это было хорошо, пусть оно так и будет. Но мы хотим именно подчеркнуть вот эту мысль о том, чтобы каждый из нас приносил столько, сколько позволяет ему состояние. И дальше мы об этом еще будем говорить. И далее сказано, был более авторитетным, то есть вот это предложение, чем указание Малахии. То есть мы видим, что в этом рассмотрении, изложении, как происходило, что пионеры адвентизма, они приняли за внимание 1 Коринфянам 16:2, что это было более авторитетным, чем в Малахии. «Приносите все десятины в дом хранилища, чтобы была пища в моем доме». Поэтому мы видим, что вначале они рассуждали так, что это более авторитетно, потому что это по Новому Завету, и что это написал апостол Павел, и что они, как церковь, которая начала свое действие, они для себя постановили вот такие расценки, как можно сказать, и года, кто должен давать и сколько. И тут они высказывают, что это было более авторитетно, потому что это записано в Новом Завете и касается новозаветней десятины. Но давайте мы дальше будем рассматривать, как проходило дальше вот это понятие. Они признали, что система десятин была хорошим замыслом и представили свои выводы церкви. Тут мы видим, что говорится о чем? О приношении. Тут уже идет такая как бы строчка вставки, что они приняли, то есть и признали, что система десятин была хорошим замыслом. Само название «План систематических пожертвований» точно соответствовало предложенному проекту. Был разработан план, который предоставлял систему, которая позволяла члену церкви, в каком бы финансовом положении он ни был, найти свой способ систематических жертвовать. Итак, мы видим, чтобы мы с вами правильно поняли, мы должны вникнуть в то, что здесь передается. Здесь вначале было сказано правильно,
на основании Коринфянам, на основании, что каждый пусть отлагает, сберегает, сколько позволяет. Потом мы видим, что дальше продолжение идет, медленный такой накат на десятины, а потом уже предложенный этот проект, чтобы представлял систему, которая позволяла каждому члену, какой бы он ни был, то есть у него вот финансовое положение, чтобы он участвовал, то есть имеется в виду, кто, если ты бедненький, тебе, значит, 2 цента, если ты чуть побогаче, тебе 5 центов, ну и в таком смысле. Но это уже выглядело как бы в слове десятина, то есть уже прослеживается вот это слово. Читаем дальше. Джеймс Уайт отвечал, то есть ему задавали вопросы из церквей штата Мичиган. Каждая церковь должна оставить в своей казне не менее $5 для помощи проповедникам, время от времени посещающим их, а остальные средства являются целевыми средствами по плану систематических пожертвований. Итак, мы видим, что Джеймс Уайт предложил, что если вас посещают эти проповедники, они, конечно, тратят деньги на дорогу, они, ну, как бы сказать, они не могут разъезжать за свой счет для того, чтобы вам предоставлять проповеди, духовно вас увещевать. Поэтому Джеймс Уайт здесь как бы дает такой им в пример, что вы должны оставить по $5 для каждого проповедника, который придет, для вас придет в вашу церковь и будет у вас служить. Я думаю, что это правильное такое постановление, если бы, например, вот все хотят, чтобы к ним кто-то приехал. Но этот человек, он не может разъезжать и, как бы сказать, из своего личного, ну, то, что он имеет финансового положения, разъезжать по всем этим церквям и проповедовать или там вот иметь такие встречи. Я считаю, что Джеймс Уайт в это время, он подошел правильно к этому вопросу, для того, чтобы, если ты хочешь, чтобы к тебе кто-то приехал, оплати ему дорогу, то есть его содержи, накорми, уложи, и будь благодарен тому, что брат приезжал к тебе, ну, или к вам в церковь, для того, чтобы ободрить вас, что-то наставить, что-то рассказать. Это действительно понятно. Елена Уайт предложила систему, то есть, извиняюсь, Елена Уайт поддержала систему добровольных пожертвований. И так мы видим, что здесь уже начинает, как бы идет, как бы периодически то десятины, то систематические пожертвования, то здесь уже добровольные пожертвования. То есть систематическое – это, как говорится, добровольно-принудительное. Но если добровольное пожертвование – это тогда, когда человек имеет свою волю и изъявляет. Вот я хочу сегодня дать, я вот даю. Но вот если я не имею, я не имею откуда дать. Буду иметь, значит, я дам больше. То есть от расположения сердца и достатка. Поэтому Елена Уайт поддержала вот эту систему, выработанную церковью. Это мы должны с вами запомнить, не указом Бога, что так говорит Господь, что так оно должно быть, а выработанную церковью и связала их с десятинами. Итак, мы видим, что было предложено одно добровольное пожертвование, что это было выработано церковью, а потом она их связала вместе с десятинами. Поэтому здесь задается такой большой восклицательный знак. Как это может быть? И дальше сказано. Она заверила церковь, что план добровольных пожертвований угоден Богу. Свидетельство для церкви. Том 9, страница 190. Итак, мы видим, как в адвентистской церкви, как бы сказать, возрождалась вот эта десятина. Мы предложили, мы составили, это предложение одобрено и потом заверено, что оно угодно Богу. Вот так идут все постановления во всех церквях. Сначала предложение,
потом освящение, потом узаконивание, а потом требование. Вы помните, когда мы в прошлых темах с вами говорили, что в 585 году на одном из соборов уже было настолько предложено в 500-м, в 5 веке, начиная с 6-м, что уже десятины в то время, они уже были какими? Обязательными. И если человек не давал, то даже саксы, они даже предложили, чтобы была смертная казнь. Вот до чего доходят вот эти постановления. Нам надо пользоваться Библией и только Библией, но не тем, что вырабатывает сама церковь. Сегодня авторитет церкви, он больше того, что записано в Библии. То есть Библия в сторону отстраняется, церковь постановила и утвердила и закрепила к чем? Так говорит Господь, то есть Богом, Богу угодно. А задается вопрос, здесь записано, что Богу угоден Богу. А где в Писании можно найти, что Бог одобрил и написал, и сказал, да, вот постановление вот этой церкви я одобряю и ставлю вот эту небесную печать, что так оно должно быть. Если Богу угодно что-то, Он все записал в Священном Писании, и там все записано как угодно Богу. Поэтому в январе 1861 года в статье под заглавием «Добровольные систематические пожертвования», которое слово никак не связывается, если оно добровольное, значит, я решаю систематически отчислять или не систематически. А это, как у нас в государствах, добровольно, принудительное. Ты должен заплатить. Например, сегодня вот говорят, что вот этот пенсионный фонд, он является добровольным. Человек хочет, он как бы платит, вносит вот эту сумму этих денег для того, чтобы впоследствии он получал пенсию. Вот, например, я не хочу вносить эту, и я когда подходил к ним и говорю, слушайте, давайте я вам напишу заявление, что я не буду вносить в ваш фонд эти вычисления пенсионного фонда, и когда я буду иметь года выхода к пенсии, у вас будет документ, когда я приду и скажу, дайте мне пенсию, вы скажете, смотрите, ты написал, ты отказался, тебе пенсии не надо. Он говорит, нет, такого не должно быть, ты должен платить, ну как это добровольно? Говорится, что это добровольно, ты вносишь себе наперед на пенсию, но меня заставляют, а если я не плачу, то мне что делают? Выписывают штрафы и приходит с нарсуда письмо, что то, что мы, вследствие, если вы не погасите вот эти долги в пенсионный фонд, то мы что будем? Мы будем ваше имущество аннулировать в фонд государства. Вот то же самое происходит вот здесь. Добровольно систематические пожертвования. Если они добровольные, это тогда, когда я хочу дать, а не тогда, когда мне указывают. Или тогда, когда, например, я хочу дать, а мне говорят, вот брат, есть большая нужда помочь вот том и том, вот для дела Божия. Как ты считаешь? Я считаю, да, я хочу дать, я даю. А я, например, хочу сказать, ну я не считаю, что надо в это, я не могу не дать. Вот это добровольное. Поэтому вот эти высказывания здесь, которые написаны, и которые мы сравнивать будем впоследствии с тем, что писала Елена Уайт, они какие-то здесь вот двухзначные в понятии. То есть оно как-то здесь не вписывается вот в это, в целом, в понимание добровольности. И дальше они пишут, вот, добровольные систематические пожертвования, она писала, не обкрадывайте Бога, удерживая от Него десятины и пожертвования. Вы понимаете? Ну никак оно не клеится. Если это добровольные пожертвования, так это никак они не могут быть десятинами. В заключении статьи полностью был процитирован отрывок Малахии, 3 глава, ту, которую мы еще с вами будем читать. Малахия, 3 глава, когда мы с вами в прошлых темах, вроде бы в теме номер 6, вы там пересмотрите, кто не видел, где было мной сказано о том при рассуждении, что именно Малахия писал какому времени? Времени тому, и вот эти проклятия, которые там написаны, в Малахии, они касались священнослужителей того времени.
Поэтому здесь никак Малахия не может приравняться к добровольным пожертвованиям с этими проклятиями, которые они так любят зачитывать, чтобы люди в страхе могли вот эту систематическую систему исполнять, потому что они решили и они постановили. Далее мы читаем. «Мне было указано на дни апостолов, когда Бог составил план, послав ученикам Духа Святого и через дар пророчества дал народу совет относительно принципа пожертвования». Давайте мы с вами подумаем. «Мне было указано на дни апостолов». Давайте мы с вами перенесемся в дни апостолов. Мы в предыдущих темах на этот вопрос рассуждали, я вам напоминаю. Когда Иисус Христос посылал своих учеников, они стали апостолы, слово «апостол» – это благовестник, несущий весть. Вот когда они уже стали благовестниками, что Иисус Христос им сказал? Вы должны брать сколько? По 2 цента, по шиллинга, как у евреев сейчас, по доллару или сколько? Что он сказал? Что вы должны с собой убрать, когда вы идете благовествовать? Один посох. И одежды двойной не берите, обуви не берите, хлеба не берите, сумы не берите. Вот задается вопрос, что мне было указано на дни апостолов. Так мы знаем, что на дни апостолов Христос их послал. Для чего Он так их послал? Потому что Он хотел их зауверить, что если они будут идти вот с этим багажом, что будут с ним эти ослики идти, навьюченные хлебом, одежами, обувью, это будет говорить о чем? О недоверии к Богу. Бог заботится о своих благовестниках. И что дальше сказано? Если вы приходите в это селение, то вы говорите «мир дому сему». Если вас принимают с миром, то что? Заходите. Если вас отвергают и говорят «нет, мы не с миром», то что? Отряхните пыль с ног ваших, и пусть они остаются на распоряжение Божие в дальнейшем. Поэтому мы видим, что здесь то, что было указано на дни апостолов, это должно быть что? Иди, Бог позаботится о тебе. Если ты придешь, например, вот если я, поеду куда-то, к кому-то, в какую-то общину, то те люди, которые правильно понимают вот это добровольное пожертвование, они скажут: брат, ты к нам приехал, вот мы тебя принимаем с миром, мы тебя накормим, ты расскажешь нам слово истины, мы пообщаемся, мы прославим Бога, и вот тебе, брат, на дорогу обратно, потому что мы понимаем, что ты затратил на эту дорогу деньги, но не более сверх того. Если я затратил, например, 200 гривен, я не имею права взять 2000, 5000, потому что я затратил 200. Я должен взять вот этих 200, но если они хотят брать, а вот это тебе, когда ты будешь ехать, вот тебе на булочку, на чай, мы еще сверху даем, чтобы ты доехал домой, и все было нормально. Вот это братское отношение, которое было во время апостолов, когда они поддерживали своих же братьев в Иерусалиме, и ихнее вот это, когда говорил апостол Павел о том, чтобы не было изобилия и не было недостатка, чтобы оно было уравновешено. И далее мы читаем, что через дар пророчества был народу дан совет относительно принципа пожертвования. Вот в адвентистском движении дар пророчества – это все то, что касается Елены Уайт. Да, я не спорю, есть у нее те пророчества, которые Бог через нее изрек для народа своего, сказал, и они соответствуют Писанию, предупреждению, но когда мы говорим с вами о том, что здесь некто третий наследил вот эти следы, которые здесь все исковеркал и как в Писании, и как в ее трудах, то мы видим, что вот этим словом, что дар пророчества, они начинают манипулировать все, что не записано, и сверху написано Елена Уайт, это все дар пророчества. И мы должны безупречно все это принимать, потому что это, что является, это Слово Божье. И поэтому здесь снова указано, что дал народу совет относительно пожертвований. Да, относительно пожертвований тех, которые в Новом Завете, это да и истина. Все должны быть, э, все долж,
все должны были делиться земными благами с теми, кто совершал для них духовное служение. Это правильно, да? Имущих также учили, имущих, то есть богатых, что вдовы и сироты имеют право пользоваться их милостью. Это тоже правильно. Потому что Иисус Христос в своей жизни показал, что прежде чем рассказывать истину, Он что делал? Он исцелял, Он воскрешал, Он изгонял бесов, потом Он их кормил, а потом Он их учил. Да, правильно. Бог призывает свой народ к принятию плана систематических пожертвований. Вот это вопрос уже стоит, как бы понять систематических. Бог призывает, чтобы мы всегда, в любой момент, когда есть какая-то нужда у кого-то, если у нас есть откуда-то, то мы должны что? Подать руку помощи этому человеку. Спустя несколько лет Елена Уайт продолжала писать. И так мы видим, когда мы читаем мы видим, что это написано третьей личностью, потому что здесь эта личность описывает Елену Уайт. Она здесь не говорит, то есть если бы мы читали то, что она сама писала, что вот через несколько лет я продолжала писать там и там. Но здесь мы видим, здесь автор, который повыбирал вот эти компиляции, который составил вот это обращение по поводу вот этих систематических пожертвований. Здесь он пишет, что через несколько лет Елена Уайт продолжала писать в статье «Десятины и приношения». Особая система приношения десятин была основана на принципе таком же вечном, как и закон Божий. То есть мы видим, вначале они что? Церковь установила, предложила, проголосовала по 2 цента, по 5 центов, кого больше, кого меньше. Потом, как мы вчера говорили, чтобы задействовать больше публику, то она как бы, вначале у них было те, которые имели свои земли, имели свои вот бизнес в то время, они как бы были участниками. А вот такое простолюдие бедное, оно этого не имело, и они потом что, привлекли и их, чтобы они по 2 цента давали. А теперь, когда уже переходим дальше и все дальше, мы видим, что Елена Уайт предложила. А мы знаем, что в адвентизме Елена Уайт ее подняли на уровень самого Бога. Слово «предложить» – это не как бы сделать утверждение, то есть законом. И когда мы здесь считаем, что эта третья личность пишет об Елене Уайт, то мы видим, что она уже пишет о десятинах и приношениях, то есть как уже в настоящее время. То есть ты должен дать десятины, плюс к этому ты должен еще пожертвовать, когда там ходят по 2-3 раза с тарелочкой. Давай кидай сюда в тарелочку, и мы там разберемся. Поэтому мы видим, что особая система приношения десятин была основана на принципе таком же вечном, как и закон. Его уже узаконили. Его уже приравняли к закону Божьему, то есть как в православии. Жил человек, из него сделали святого, а потом перенесли в лик святых, и потом к нему молятся. Там, как Николаю Угоднику и всем остальным. Был папа Иоанн Павел II, просто папа, хотя за ним такой шлейф сегодня открывается, там вот этого всего греховного. Не будем говорить об этой теме, там, пожалуйста, есть, что у них происходит там в католицизме, именно в этих ихних кельях. Но мы видим, что дальше. Был папа, сказали, хороший был папа. Потом что ему сделали? Его перевели в лик святых. Теперь уже папа там в лике святых, которому уже можно молиться к Иоанну Павлу II, чтобы он там ходатайствовал и что-то делал. Была мать Тереза, которая, ну, делала хорошие дела там, она помогала нищим, бедным, детям, хорошее дело делала. Но они решили ее что? В лик святых. Теперь мать Тереза, она является на уровне
Матери Божией. Уже можно молиться Матери Терезе. Вот так же само и здесь. Вот решили они, постановили. Ну пусть хорошее дело, да, согласился народ. Ну пусть себе собирает, пусть будет. Не, надо его подтасовать под закон Божий. И потом что делать? Пугать Богом проклятиями из Малахии. И дальше сказано, эта система десятин была благословением для евреев. Причем здесь евреи к этому выводу, который вот как бы решался генеральной конференцией. Для евреев было свое благословение ветхозаветнее, о котором мы еще будем говорить. И дальше сказано, иначе Бог не дал бы ее им. Таким же благословением она станет для тех, кто будет осуществлять ее до конца времени. Итак, мы видим, что здесь берется манипуляция от евреев до этого времени. Поэтому мы с вами должны правильно читать Библию и понимать, что говорит Бог. Мы должны для себя взять только то, что говорит Господь. Так говорит Господь. И так говорю я от имени Бога. Когда мы с вами читаем 1 Коринфянам 16:1-2, сказано, давайте мы с вами прочитаем в синодальном переводе. Я думаю, что каждый из вас это уже знает. Синодальный перевод, 1 Коринфянам, 16 глава, 1-2 текст. Но я бы хотел для вас прочитать, как это звучит с иврита. В отношении сбора пожертвований, видите, как написано, пожертвований, но не десятин, предназначенных для народа Элохим, делайте то же, что я предписал собранием в Галатии. Кто это я? Апостол Павел. Апостол Павел точно же таким образом, как в то время генеральная конференция предложила, рассмотрела, решила 2 цента, 5 центов, 10 центов, с 18 лет, по 60 лет. Ну, это ихние, они на это имеют право, никто не осуждает их в этом деле. Но здесь в другом смысл, что здесь апостол Павел тоже обращается к церкви Коринфской, и он говорит, что делайте то же, что я предписал собранием в Галатии. То есть он был в Галатии, потом пришел в Коринф, и там он предложил, Галатия согласилась. И тут же он предлагает им каждую неделю моцай-шаббат, то есть первый день, то есть после, первый день после субботы. Каждый из вас пусть отложит немного денег, сколько позволит ему его состояние. Даже апостол Павел здесь акцентирует. Немного, каждый пусть много приносит. Он что говорит? Немного, чтобы это было, не было таким как бы убытком для семьи. И дальше он, когда посылал вот Тимофея, других, что он говорил? Смотрите, чтобы это не было чем? Побором. Чтобы вы им предложили, чтобы они согласились от сердца, но смотрите, чтобы это не было побором. А слово «побор» что это? Изъять, то есть вырвать любым способом. И дальше он пишет, сколько позволяет его состояние и сбережет, чтобы когда я приду, мне не пришлось заниматься сборами. Итак, мы видим, что в Новом Завете точно так же произошла эта ситуация, как во время становления адвентистского движения, и как они тоже постановили, решили и утвердили. Это хорошо, и это для ихнего времени, того момента, это правильно. Но нам надо выяснить, каким же образом вот то ихнее постановление уже что? Оно приравнялось к вечному закону Божьему. Потом мы с вами еще будем читать, что оно уже приравнивается к вечности, как суббота. То есть, как суббота празднуется вечно, так вечно должна оставаться десятина. Но, конечно, это другой вопрос.
Но что самое главное, мы еще с вами встретимся в других моментах, когда мы будем читать интересные такие высказывания. Давайте мы с вами еще прочитаем из книги «Свидетельство для проповедников», страница 48. «Нашу работу не поддерживали ни крупные пожертвования, ни завещательные наследства, поскольку среди нас было мало богатых людей». То есть это когда, я и вчера это читал, когда это было в то время, когда они становились, то все были, как говорится, церковь была нищей, то есть они не имели средств. Поэтому дальше читаем. «В чем же секрет нашего успеха?» То есть здесь как бы описывает Эллен Уайт. «Мы двигались под руководством вождя Всевышнего спасения. Бог благословил наше объединение и усилия. Истина распространялась и процветала. Учреждения увеличивались. Из горчичного семени выросло большое дерево. Организационная система оказалась очень успешной. В соответствии с библейским планом мы ввели систематическое пожертвование». О чем это говорит? Это говорит о том, что слово «мы» – это сделали люди. Поэтому здесь она описывает, что какие они были и какими они стали процветающими, в связи с чем? В связи с той системой, которую они ввели, они имели благословение. А кто против этого? Пожалуйста, каждая церковь, пожалуйста, каждая генеральная конференция, уведите ваши вот эти постановления, пусть это будут десятины, но никогда не говорите, что это постановление Бога, и если человек не будет добровольно отчислять вам десятины, он будет проклят. Он будет там дальше, мы будем читать, что даже болезни и смерти. То есть вот такое, знаете, как православие и католицизм пугают своих прихожан адом, что они там будут вечно и рассказывают какие-то муки, и они от этого страха, они повинуются всему тому, что их учит эта церковь. Выходит, что здесь то же самое происходит. Дальше мы, когда с вами читаем, позже эти постановления церковные, они были узаконены. Их освятили и подтвердили авторитетом Бога. И мы читаем, как это произошло. «Служение Елены Уайт те годы отвечало положению нужде церкви. Видения, посылаемые Богом своей вестнице, освещали самые насущные проблемы. Они были своевременными, отвечали на поиски, нужду церкви в соответствующем этапе. Когда церковь находилась в стадии решения финансовых проблем, Бог посылал видение относительно того, как его народ должен создавать финансовую систему церкви». Теперь задается вопрос. Когда мы с вами читали в книге «Свидетельство для проповедников», 644 страница, когда они вот собрались и начали придумывать с 18 лет до 60, потом вот эти центы, они то, что мы читали с вами, порасписывались, задается вопрос, а почему тогда, когда они это все придумывали и это утверждали, Бог не посылал видение Елене Уайт, зачем вам надо вот эти по 2 цента собирать и эти года указывать? Бог бы ей дал видение о десятине, так как оно уже сейчас есть, который сейчас вот эта третья личность хочет подтасовать Еленой Уайт, вот это свое понятие. Поэтому дальше пишется. «Видение, которое Елена Уайт получила в июне 1859 года, также проливало свет на проблему систематических приношений. Богу угоден план систематических пожертвований». Задается вопрос. Зачем надо было в церкви, которая была ведома Богом, которая была и имела, как говорят в адвентизме, своего пророка, сперва придумывать вот эти постановления по 2, по 5 центов и все остальное, а потом уже Бог им открывает систематические пожертвования, и они должны быть вот в десятинах и от всего? Вот этого я просто не могу понять. И дальше написано. «Мне было указано,
На дни апостолов, когда Бог составил план, послав своим ученикам Святого Духа. И то, что мы с вами читали через дар пророчества, то есть народу совет относительно принципа. Мы с вами уже говорили по отношению апостолов. То, что было дано апостолам, и то, что был излит Святой Дух, никак там не подтверждается, что апостолы в свое время собирали десятины или они жили от десятин. Мы с вами читаем, что их Иисус Христос направил без ничего, и Он им этим доказал, что Он во всякое время за них что? Заботился, и они имели и одежду, и пищу, и они проповедовали истину о нашем Иисусе Христе. И дальше пишет: «Все должны были делиться земными благами с теми, кто совершал для них духовное служение, и не только с теми». Мы знаем, что по принципу Первоапостольской Церкви они создали коммуну, и там были что? И нищие, и богатые, и они продавали имения, и склад, как бы приносили к ногам апостолам, которые были как бы верхушкой этого движения коммуны, и все там жили, и все имели достаток, и в ничем не имели нужду. Теперь задается вопрос. Тот человек, который продал свое имение и отдал апостолам, и который жил там 10 лет, ну, примерно говоря, да? Скажите, 10 лет он из чего давал еще пожертвования и приношения систематические? Он уже не имел чего. Он отдал, и он просто там жил на эти средства. Когда другой поступал, он снова пополнял, и они снова жили. И что они там из этих средств? Они ели, то есть питались, они одевались, а также и апостолы и благовествовали. Далее сказано: «Имущих также учили, что вдовы и сироты имеют право пользоваться на их милость». То есть это давайте нам, а богатые вы еще заботьтесь о вдовах и сиротах. Но так ли учил Иисус Христос? Иисус Христос учил, что церковь должна заботиться. И мы читаем в Новом Завете, кто заботился о сиротах и вдовах? Церковь. Не богатые, а церковь. Ну и те, конечно, которые были в церкви. Если они были членами церкви, это считалось вся церковь. Бог призывает свой народ к принятию плана систематических пожертвований. То есть мы видим здесь как бы целенаправленное навязывание плана вот этих систематических пожертвований, которые не подтверждаются Новым Заветом. И мы в этом не рассматриваем, что так поступали апостолы или же Первоапостольская Церковь. Задается вопрос, почему апостол Павел производил акцент на то, чтобы отлагали в первый день? Как вы думаете, почему? Потому что он говорит, чтобы не было суеты и сборов, который, когда он придет. То есть, чтобы человек отложил, и там уже было то, что он хочет дать. Когда мы с вами читаем из этих двух цитат, которые мы с вами уже изучали о 2 и 5 центах, то мы видим, что этими цитатами и этими предположениями они сделали Бога каким-то несовершенным. То есть, как бы Бог сначала через них придумал одно, потому что они этим утверждают. Они же все как бы утверждают Богом, понимаете? А потом Бог изменил свое понятие и вспомнил, что есть еще в Ветхом Завете десятины, которые приносили иудеи. Это будет лучше, чем то, что приняло вот и братья на генеральной конференции. О чем это говорит? Это говорит о том... Тут наша цель не в том, чтобы кого-то очернить или кого-то, ну вот что-то выставить. Наша цель в том, что здесь просто заложено то, что вот эти постановления, они начали быть, как бы освящаться и сравниваться с постановлением Бога. И потом вот этими постановлениями уже дальше начинается и уже и проклятие, если ты не выполняешь те постановления человеческие, но они приписывают, что это постановление не человеческие, а это установление уже Божье. Поэтому мы видим, что как перекочевало учение о десятине в движение адвентистов седьмого дня. Из добровольных библейских пожертвований, которые мы с вами читаем в Новом Завете, оно перешло в определение сперва в систематические пожертвования, потом же по расположению сердца, вначале вот систематические по расположению достатка сердца.
Позже это уже было установление обязательное, и мы с вами читаем, как оно произошло. В 1859 году адвентисты седьмого дня приняли план под названием «Систематическая благотворительность», поощрявший регулярные пожертвования, соразмерные доходам и имуществу человека. То есть они уже начали вычислять, если у меня есть дом, если у меня есть 10 коров, если у меня есть земля, там 20 гектаров, если у меня есть там 3 пары лошадей, но на то время тракторов еще не было, лошади, значит, они оценивали, лошади стоят по 100 тысяч, земля там 500 000, дом стоит столько, посчитавши, ага, я имею имущество там, например, на 3 000 000. Вот с этих 3 миллиона я должен отдать вот такую-такую энную сумму постоянно куда? В это систематическую благотворительность, которая потом переросла в десятины. В начале 1863 года журнал «Review and Herald» предложили десятую часть дохода от, как минимальную часть дохода. То есть мы видим, тогда у них было на основании этого имущества подсчета. Потом в 1963 году, через 4 года, Review and Herald описывает и предлагают, чтобы давать десятую часть от дохода. То есть не от имущества, а сколько ты уже заработал. Теперь задается вопрос, друзья мои, является ли это Божьим постановлением вот такое марионеточное? То вот так, то вот это, то еще как-то. Но это не говорит о том, что это что-то такое, знаете, ужасное. Это говорит о том, что это просто постановление чье? Церковное. Они себе постановили, решили, предложили. Людям это подходит. Они подняли руки, проголосовали, и они выполняют то, за что они голосовали. Но ни в коем случае не надо вот это все, то, что происходило вот так поэтапно, можно сказать, как бы усовершенствующее в своем понятии, для того, чтобы сегодня людям предлагать, что это Бог сказал, это Бог установил. И если ты не дашь, ты проклятый будешь. Ты будешь в нищете, ты будешь в болезнях, даже смерти. Бог тебя проклянет. И вот сидят вот эти слушающие, и когда им говорят, вы воры, вы обкрадываете Бога. И вот этот человек, почему моя тема называется, что десятины являются камнем преткновения? Потому что те, которые уже втянулись, и те, которые эту тянут лямку, эту мзду отделяют, для них они говорят, что я лучше отдам, и не хочу я иметь эти проклятия, и эти, как говорится, что меня называли вором, я себе спокойно буду себя чувствовать, совесть моя типа на своем месте. Но те люди, которые приходят в церковь, для них вот именно вот эта десятина и вот такое представление для них является камнем. И многие ушли из церкви именно из-за десятины. Но если бы по принципу новозаветнего понятия, ты пришел, ты пока еще не понимаешь, но я тебе предлагаю любовь Христа, я тебе предлагаю спасение. Ты когда поймешь, насколько тебе небо подарило самое ценное, это своего Сына, то тогда ты, если будешь любить Бога, и если будешь любить ближнего, ты будешь жертвовать, потому что твоя вера проявляется в любви к Богу и проявляется в любви к ближнему. Если ты будешь видеть ближнего в нужде, в какой-то, ну вот в чем-то таком страшном, что ему надо помочь, то ты ему поможешь, и это будет, как говорил Христос. Кому вы дали? Когда я был в тюрьме, когда я был в больнице, когда я был там, нуждался в том и том, вы давали кому? Наименьшим, то вы дали мне. Поэтому вот этот план или вот это вот понятие новозаветнее, оно идеальное. И тот человек, который бы пришел в церковь, он бы впоследствии увидел, и Бог бы сделал такую ситуацию, когда бы ему помогли. И он ощутил вот эту любовь церкви к себе, и потом бы он духовно возрастал, и он бы влился вот в эту церковную систему.
И сколько бы его сердце желало помочь, он бы тоже какую-то лепту влаживал для проповеди Евангелия, для поддержания церкви, для поддержания малоимущих, нищих, там, вдов, сирот и тому подобное. Вот эта система Евангелия, но не то, что навязали, то есть они оттуда взяли, переформировали и сегодня нам навязали. Я ничего не хочу сказать плохого против того, что было в начале становления в церкви адвентистов седьмого дня. Это ихнее право, это ихнее дело, это они себе так было им открыто, это для них было, как мы читали, благословенно, слава Богу. Но то, что сегодня мы с вами видим, оно вразрез противоречит новозаветнему постановлению, которое записано в Евангелии. Поэтому мы видим, что если в адвентизме 10%, то у сестрицы движения шелковцев, там у них 20%. Ну, они себе шелковцы так себе решили, эти верные и свободные. 20, потому что 10 им мало, а 20 им будет хорошо. Вот видите, как человек извращает вот Слово Божье и задается вопрос, для чего? Ну, конечно, мы знаем, что те, которые борются за десятины, они от них живут. Чем больше десятин, тем лучше будет ихняя жизнь состоять. Но они не переживают за дело Божие. Если многие, которые скажут, ты не прав, брат, что ты так говоришь, я хочу вам напомнить о том, что есть видео, куда направлялись и направляются десятины Генеральной конференции, которые они дали для того, чтобы с этих денег росли им проценты. Это на вооружение и на медицину, то есть фармацевтику. Там большие дивиденды. И вот те десятины, которые собирают со всего мира, они столько скопились, что они решили дать вот этим учреждениям эту финансовую поддержку на дивиденды. И вот эти десятины, которые вы говорите, и вам говорят, это Богу, вы Богу даете. Они пошли на вооружение, которое изготавливают оружие, продают, потом из этого оружия убивают людей, а дивиденды, которые на эти деньги, они возвращаются обратно для того, чтобы иметь процент, то есть крутятся на деньгах. Задается вопрос. А что, Генеральной конференции такой недостаток? Они там такие голодные, они там такие нищие, в лохмотьях, что им надо проценты эти накручивать. Почему эти деньги они не направляют на проповеди Евангелия, как Елена Уайт писала, что книг и всего должно быть, как осенью листьев? Когда к вам в церкви привозят книги из литературного отдела, скажите, они говорят, вот, братья, мы вам привезли вот там 100 ящиков «Великой борьбы», «История спасения» и другие трактаты, «Трехангельскую весть». Берите, разбирайте, раздавайте людям. Что вам говорит этот библиотекарь или там секретарь или финансист церкви? Это 150 гривен, это 200, а вот эти по 10 маленькие миссионерские купи и дай своему соседу или ближнему. И вот, насколько я в то время еще замечал, ну, приходят наши сестры, эти пенсионеры, хотелось бы взять и «Великую борьбу», и «История спасения», ну, всего. Но когда подумает, нету за что. Купила эту книжечку за 10 гривен и подарила, и успокоила свою совесть, что она принимала участие в миссионерской работе. Вот такие, друзья, дела, обстановка вот с этими десятинами и вот эти систематическими благотворительности, которые перешли в наше время. Поэтому мы сегодня с вами узнали многое. Узнали, конечно, когда мы с вами читаем иудейский Талмуд. Иудейский Талмуд, есть Тора, это закон, это то, что было дано через Моисея, Бог дал через Моисея. А есть Талмуд, это предписание книжников и фарисеев. Это свод правил, постановлений, якобы объясняющий и раскрывающий в тонкости веления Торы. Это то же самое у нас сегодня уже произошло
с трудами Елены Уайт. Это адвентистский Талмуд, который туда понаписывали кто что хотел, переводили, дописали, объяснили, перекрутили. И вот это получается Талмуд. Всякий раз эти правила все больше и больше появляются и делают, и делали жизнь иудеев невыносимыми. Вы помните историю про иудеев, как они, вот эти талмудисты, учили израильский народ? То не тронь, туда не посмотри, это не неси, 1100 метров не пройди. Вот представьте себе по этому Талмуду, вы идете на богослужение, и вы идете, считаете. Вот пришли к воротам, 1100 метров, все. 1101 метр, что это? Это уже грех. Это уже грех. И вы, мы проводим здесь богослужение, а вы стоите у ворот, потому что надо, чтобы зашло солнце. Потому что как вы вернетесь на обратно домой, если вот уже больше шагов будет? Вот это талмудисты вот такие сделали свод правил многих для вот этих иудеев. Если пришел, например, гой к вам в гости и сел на вашу лавку, она нечистая. Уже Сара что делает? Сара моет, Сара солью посыпает, ножом скребет, потому что здесь сидел гой нечистый. Это сделали талмудисты. Вот такой же талмуд сегодня создается и в этих движениях адвентизма по поводу вот этой десятины. Вот эти проклятия, вот эти вот объяснения и тому подобное. Зачем надо, если ясно написано в Новом Завете, что мы должны делать и как мы должны все это делать. Поэтому, когда мы изучаем все это, то мы видим, что в то время народ Божий при становлении Церкви Божией, они что делали? Они собирались вместе, изучали, молились, и самые трудные места Бог им открывал. И эти места, которые были трудными, они никак не могли противоречить Священному Писанию. Что им было непонятно? Им было непонятно что-то другое или то, что записано в Библии. То, что записано в Библии, и если Бог им открывал, то значит Библия подтверждала то, что открывал Бог, и то, что они не понимали, и оно должно что? Соответствовать именно Слову Божьему. И я вчера вам говорил, что Елена Уайт писала, я снова повторю, она писала, если мои свидетельства не подтверждаются Словом Божьим, то их выбросьте, то есть оттолкните от себя. Тогда задается вопрос, как может быть то, что здесь нам понаписали, что Елена Уайт утвердила, Елена Уайт рассмотрела, постановила. Да, может, по отношению того церковного постановления она утвердила, что да, это хорошее дело. Вот мы собрались, мы решили, финансы есть, мы работу делаем. Ничего против не имею. Но зачем вот то утверждение начинать переносить на ветхозаветную десятину и принуждать новозаветных христиан выполнять вот то постановление из Ветхого Завета и тут прицеплять вот эту Елену Уайт, то, что она является пророком, и это есть постановление от Бога, но оно никак не соответствует и никак не вяжется одно к другому. Поэтому мы видим, как воспринимали эти иудейские вожди, эти духовные лидеры в то время. Скажите, вот тот Талмуд, как они считали, что это богодухновенный? Но если бы иудеи считали, что зачем мне нужен этот Талмуд? Они бы себе и шли и больше 2000 метров, но они считали что? Что это богодухновенно, если вот эти талмудисты, вот эти иудейские вожди духовные, если они написали, то они что? Они знают Писание, они изучили, и Бог повелевает, и я ни в коем случае не могу согрешить пройти там больше столько-то метров, понимаете? Вот так же само сегодня, вот современные, вот адвентистские народы, те, которые вышли из него, которые являются вот теми, которые приветствуют десятины, они в то же самое, что это же братья, они изучили, Елена Уайт подтвердила,
Как я могу стать обкрадывать Бога? Я вор, я такой-сякой, меня Бог проклянет. Вот та же самая история, что было в то время, она сегодня продолжается. А скажите, в то время, когда был этот Талмуд в израильском народе, народ поддерживал своих лидеров? Конечно, поддерживал. Знаете почему? Потому что когда Иисус Христос исцелил хромого в субботу, то все что сказали? Он нарушил, он исцелил. Как это он мог сделать? Это же такая работа, исцеление хромого. А еще хромой что взял? Тот расслабленный. Постель свою, да? А это же нести нельзя. Вот этот, ну ж какая же там была постель? Это же не современный ортопедический матрас, что мы его вдвоем несем. Это было там что-то скрюченное такое из верблюжьего волоса или там, может быть, из овечьего там что-то. И он вот ту подстилку, которая там лежала, он ее взял и пошел. Ужас! Он нарушил. Ему надо было оставить и прийти заходом солнца и взять ту тряпку, которую он на ней лежал. Скажите, народ поддерживал? Конечно, поддерживал. А сегодня, скажите, народ, который не изучает Слово Божие, поддерживает своих лидеров? Поддерживает. И в интернете знаете, сколько там есть? А вы такие-сякие, а это десятины, а они вот такие, а это Бог установил, а вы будете иметь проклятие. Вот то же самое происходит, как в то время, так происходит и сегодня. Для того, чтобы узнать, где истина, нам надо сравнивать, как описывает Библия, и тем более, как описан характер о Боге, какой наш Бог. Вот эти тексты, я их, конечно, зачитывать не буду, их очень много, но вы можете на основании этих текстов сами пересмотреть. Это Исход 34.6, Неемии 9.17, Псалтирь 85.15, Иоанна 4.2, Иеремию 31.3, 1 Иоанна 4.9, также 1 Иоанна 4.16 и Иоанна 3.16. 3.16 мы знаем, ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий Его не погиб, но имел жизнь вечную. О чем это говорит? Что Бог любящий. Когда мы с вами читаем Исход 34.6, мы там читаем, что Бог любящий, Бог есть любовь. Поэтому, когда мы это все изучаем, мы видим, что Бог не тот, которого нам представляют, проклинающего Бога, жестокого Бога. Если ты не дал этих пару копеек, то жди что? Проклятие от Бога. Поэтому мы сегодня с вами на этом заканчиваем. Вы запомните, мы остановились на том, что Бог любящий, но не жестокий, который посылает людям проклятие, болезни и смерти из-за того, что они неверны в этом постановлении, которое сделала церковь по отношению сбора десятин от всего. В следующей теме мы продолжим эту мысль, и мы выявим, что Бог совсем не такой, какого нам представляют, и параллельно с этим будем видеть, что написано в Писании, а что написано, как бы сказано, в духе пророчества, то есть в этих книгах, которые представляют, что это писала Елена Уайт. Если Елена Уайт, она является пророком в адвентизме, и если вы считаете, что она имела тесное общение с Богом, тогда задается вопрос, как она представляла этого Бога, и видела, и знала ли она Бога, она его считала, что он милующий, любящий, или она видела этого Бога, который проклинает и который является жестоким. Поэтому сопоставить пророка и сопоставить Бога, сразу здесь видно, что здесь наследили третьи, которые посредством вот этого представления этого жестокого Бога просто хотят выбивать из людей финансы для своего удовлетворения и своей хорошей такой жизни. Поэтому мы на этом прощаемся. Будем внимательны. Все то, что вы слушали, изучите, сопоставьте. И в дальнейшем мы с вами будем идти постепенно к той истине, которая заложена именно в Новом Завете, в Христовом Завете, который мы с вами заключили, чтобы мы жили так, как требует Христос,
И чтобы мы поступали так, как поступал Христос и апостолы, тогда мы будем Его детьми. Но не более того, что нам хотят навязать. Пусть добрый Бог благословит вас. До встречи в следующей в эфире.